Дарлинг. Мама дорогая, что за шум? Скандал какой-то где-то. Обычно мужчины не встревают, когда тут шум стоит, это женщина ругается. Редко я слышу, чтобы мужчины тоже встревали. Женщины все равно переспорят. Не пора ли мне пойти проверить, что там с моей сушкой, с моими простынями? Посмотрите, что стало с их Сари. Надеюсь, они смогут их снять. Они залетели на провода. Значит, был хороший ветер. Одну Сари на проводах. Второе Сари вот тоже как-то куда-то улетело. Но они явно их булавками закрепляют. Прищепки тут, наверное, не особо помогают. Вот третья Сари как закрутилась. И только красная четвертая свисает, вроде как и предполагалось. Да-да, Саша смеется. Он ему позвонил пятый раз, тот говорит, я обедаю, приду после обеда. Он сейчас шестой уже звонит, тот говорит, я в лифте. А что-то нам так смешно становится, когда к нам работник идет и в лифте. Иногда он полчаса из лифта не может выйти, потому что он еще и не в лифте на самом деле. Так, ну мы приготовили фронт работы кое-какой. Ух ты, сайрам. Сайрам. Very good. Гути гути. Only four. It's not? Больше приедет. Ну и отлично. Maybe. Maybe they need leather. Да, все здесь, да. Все равно. Вот мне все равно уже. В смысле, все равно, с чего он начнет. Это тыквенный суп. Памкин суп. Ага. Как раз и удлинитель пригодился. Так, наверное, это надо спрятать. Может быть, будут. А, у них есть? Ну, вообще-то, они должны со своими ходить. Удлинителями даже. Ну, как должны? В Индии никто никому ничего не должен. Ой, я восхищаюсь здесь людьми, которые что-то начинают строить или ремонтировать. Это круто. Так, Саши, это тебе. Может быть, им тоже надо будет стульчик. А я буду периодически заглядывать. И в Шикам. Еще одна девушка должна прийти. Он говорит, если она придет, сделай чай. Я говорю, вот и придет, тогда сделаю. Сейчас не буду пока. Потому что все, что угодно может в пути задержать. И человек придет не через полчаса, а через 2 часа. Всякое бывает. Первая должна быть выше, чем газовый баллон. Первая. Туда мы положим вот все эти вещи. Газовые баллоны, там чемоданы, еще что-то. Может быть. Нет, подожди. It's too high, подожди. Возьмите газовый баллон-то сразу. Папа, you can measure? Мама, he did already. Он уже сделал? Uh-huh. Слишком высоко он хочет. Little bit bigger than this. Ну, хорошо. Not only that. Sometimes we have one box. So, little bit, he did like this. This part, you know? Drilling is not. О, привет, Сайрам. Я понимаю, что их может быть много больше, но почему?
Так. Please, чай, чай. Бисквит, sugar. Enjoy. Так. Да. Папа, enjoy. Ну, молодец. Саши такой, как этот Микеланджело, такой сидит, смотрит. Колоритный, да. Ты колоритный. Ты у меня колоритное солнышко. Понимает. Притворяется, что не понимает. Вообще прекрасно. Вот отча. Вот отча. Вот отча. Еще не готова, но уже почти вот отча. Тора ласт. Немножко еще осталось. Девочку накормили. Да, отлично. Отлично. Эта посылочка из России пришла. Да. Ой, как хорошо. Наконец-то мы созрели до полочек. Теперь можно еще больше шопинга делать. Вон наш, смотри, видишь? Хлам. Нет, богатство. Богатство. Какой это хлам? Ага, ну давайте. Счастливо. Сильней-то, да. Да, давай. Саши поехала рикшу ей взять наших знакомых. Она говорит, боюсь, когда локдаун был, говорит, в час, в два уже рикш нету. Просят очень много за риск. Вы знаете, что меня вот так вот удивляет? Так, а что это вот это вот за провода? Дрели. Дрели. И смотрите, они как прямо в розетку втыкают, безо всяких штырьков. Матерь Божья. И здесь также. У нас есть лестница. We have ladder. Чей-то телефон. Неужели мой? Боже мой, мне никогда никто не звонит. Сестра. Да что такое? Алло. Сайрам. Сейчас. 33 в Санкт-Петербурге, дарлинг, это очень-очень много. Too much. Сестра звонила, говорит, очень тяжело переносится, такая жара. В Анантапуре 35, это у нас, да? Вот представляете, и облачно. Но у нас полегче. Меня зовут Come and look. Прекрасно. Very nice. Угу. Все отлично. Замечательно. Very good. Тика. You out, Baba, picture. No problem. They make half face. इसके साथ में ऐसे टाइप था पूरा. हाँ. उसमें कोई. तो बेटा इधर यहाँ पर भी तो आना चाहिए ना एक. उधर भी ऐसे. हाँ, ये राशो. Full same. Same level. Same level. Right. हाँ बेटा ठीक है. देखने में अच्छा है. Хорошо. Водички. No problem. Ага, здесь пани, if you want. No problem. Там вода. Так, ну как, что тут у нас? Ой, прекрасно. Вообще прекрасно. Нет, we don't need this. Угу, бабочки.
И надо будет выехать в Тумаик, yes, on the top hall. Я пойду на крышу. I go to the roof. Провода у них, конечно, жестокие. Жестокие провода. Пойду проверю. Молодец, убирается, убирается, потихонечку подметает. Это наш вотчман. Жарко. Сух. Ну хорошо, на солнышке просушились, не сбились. Но они и какие-то они, мы их покупали в Бангалоре, какие-то они дорогие были, я помню, прям неоправданно дорогие. Вот, но тоже в хорошем торговом центре. Надо вот еще что-нибудь купить. Монтирую интервью с Сережей, вернее, телефонный разговор с Сережей, но хочу немножко вставить интервью с Гуа. Так, 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 так. Мама, this is good now. This much height from here. This one. Так, два. Maybe a little bit more. Yeah. Так, how many we have? Four? We have four. Yes. Four. One, two, three, two, more. Three. Four. But this much. Then we have letter. Uh-huh. When we need something. Apne paas wo letter hai. Bada. Thoda bada letter. Bada. 20 ka. Bada bhi bahut bada bhi aata hai. 20 ka. Yeah, even if we want our big trunk, we can put here. Mm-hmm. This I thought it will be something nice. Books, for example. Yeah, yeah. Да. А что не в притычок-то? Вот. Here, little. A little, little. Хорошо. Yeah, yeah, yeah. Угу. Не впритык. Не впритык. Я думала, будет впритык. Зачем не впритык? Я не понимаю. Да, да, да. This, this, nice. Books, вазы, flowers. Ой. Ганеша, да, ганешика большого поставим. Big Ganesh. Какого ганеша ты хочешь поставить? Да, да, большого вот такого. Да, да. Ганеша, это хорошо. Во сколько завтра? Все, уже дело к вечеру, уже 6 вечера. Ну, что с ним? Вот я не понимаю, но зачем оставлять там сантиметр, тут сантиметр, чтобы... Почему не сделать впритык? Хорошо, здесь финиш, здесь финиш. Ага, bathroom and bed. Спасибо, Сайра. Thank you. Мама, when you finish your clean, then we put another bed. Да, да, да. No, we cannot leave all night outside, yeah? Да, угу. Ой, я еще не демонтировала вчерашний, я все сижу и монтирую. Да. This we will put any... And we will choose also what we throw. Да, or да. We throw. Ага, uh-huh, not hurry only. No, we will look slowly. Да, no, да. No, we look slowly, we have time. Yes, mama, mama. No, what time they will come tomorrow? 9:30. 9:30? Ну, значит, about 12. Значит, в 12. Слава тебе, Господи, Саши. Окей, а? Камера. Видео. Видео. YouTube.
YouTube. Now they leave, it's later. We can put somewhere else, they are done this part. Done? And we clean and we can put... You can start clean from the top. Yeah. Ты можешь тогда начинать чистить сверху. Я тебе дам тряпочку. I will give you wet napkin. Start from the top. Yeah. Начни сверху, с верхушечки. Давай, начинай. Вот, молодец, молодец. Very good, папа. Ну все, друзья, теперь у нас просто валом место. Хотя, конечно, вот что-то мне их вот качество, вот я не понимаю. Я не понимаю. Вот это качество я не понимаю. Теперь мне вообще кажется, что страшно стало. Было так красиво. Вот там мне нравится. Вот там вообще прекрасно. А вот здесь, мне кажется, ну, какие-то надо было нежненькие полочки сделать. Покороче, наверное. Вот, ну, по длине той, по ширине. По ширине. А то они прямо нависают. Ага, take other one. Я вообще, конечно, думала, что эта полочка вот здесь будет как бы парадно-выходные полочки. Такие нежненькие, воздушненькие, с книжечками, с вазочками. Но теперь, мне кажется, только занавеска спасет. Ну, зато можно делать теперь сколько хочешь всяких разных этих вещи складывать. Сари, все, что хочешь, коробки. Бог с ним. На. Окей. Все втащили с коридора пока сюда. Хорошо, ладно. Закрыл меня на 5 минут. Он пошел за молоком. И вот, чтобы не искать, вот чем заткнуть эту дверь, он меня просто закрывает. Все, завтра разберу коробки.